За последнюю неделю на дорогах Ульяновской области сложилась непростая ситуация. В ДТП погибло 12 человек, из них четверо – жители других регионов. Об этом на заседании президиума комиссии при губернаторе по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил начальник региональной госавтоинспекции Геннадий Полухин. Основное количество погибших пришлось на местных автодорогах в городе Ульяновске, это 10 погибших. Также необходимо отметить, что наибольшее количество погибших ДТП граждан регистрируется на автодорогах регионального и федерального значения. Это Ульяновск-Димитровград-Самара, погибло 13 человек. Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка, не обошлось на этой неделе без, что и подтверждает, что это, будем говорить, те горячие точки, на которые мы должны обратить особое внимание. 4 человека погибло. Саранск-Сурск-Ульяновск, 7 человек. Геннадий Полухин подчеркнул, необходимо принять незамедлительные меры для стабилизации обстановки на дорогах. Особую тревогу вызывает рост погибших в авариях с водителями, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По данным регионального ГИБДД, в каждом четвертом ДТП водитель сел за руль в нетрезвом виде. Особенно всплеск таких аварий наблюдается в летние месяцы, когда многие выезжают за город на отдых. Госавтоинспекция регулярно проводит областные профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Однако только силами сотрудников ГИБДД с подобной сложной ситуацией на дорогах не справится. Начальник госавтоинспекции попросил законопослушных граждан сообщать о случаях, когда водитель не в состоянии управлять транспортным средством по телефонам 736-736, 73-55-77 и 73-60-60. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин напомнил, что на территории региона реализуется национальный проект «Безопасность дорожного движения». Амбициозные задачи, которые поставил президент Российской Федерации в реализации этого мероприятия, это снижение количества погибших. Мы должны достичь показателей не более 4 человек на 100 тысяч населения. Понимаем прекрасно, что это статистические цифры, и за каждой из них стоят сломанные судьбы, трагедия людей. Поэтому это особо важно сегодня понять и определить те направления наших действий. На совещании были рассмотрены дополнительные мероприятия, направленные на достижение целей, задач и показателей федерального проекта. Также обсудили работу системы комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.